Кабардино-Балкарии готовятся к сходу лавин. При Эльбрусе, в верховьях долины реки Баксан, поляна Чигет и Терскол – вот наиболее опасные участки в республике. В их пределах находится 35 так называемых зон риска. В случае схода снежных лавин именно здесь могут быть человеческие жертвы и, возможно, нанесен ущерб объектам социальной инфраструктуры. Специалисты Главного управления МЧС России по КБР в потенциально опасных районах готовятся к зимним угрозам. В Терсколе для оповещения населения уже установлен усилитель громкоговорящей связи. А в Верхнем Баксане при угрозе схода снежных лавин сирена оповестит туристов и местных жителей об опасности. Предупредительные знаки и информационные щиты на всех участках уже есть. Эльбрусский военизированный противолавинный отряд Северокавказской военизированной службы инструктирует о правилах поведения в горных условиях отдыхающих туристов.